Пам-пам. Эй, ну чё, всем здорово! Смотрите, короче, у нас тут хоба тох лайф, короче, хоба бомж, тяжелая жизнь. Ну чё, давайте создадим игру, создать мир. ЗЗ по 1-1, всё, прожитые дни, короче, удалить нафиг. И давай заново, короче, ЗЗ по, всё то же самое. Да. Так, не, подожди, ЗЗ по Е мне не устраивает. Вот так вот, давай, создать. Обычный бомж, самый обыкновенный бомж, как и многие тысячи ему подобных. Он не строит иллюзий насчет своего будущего, день прожит, и ладно. Дожить бы до завтра. Не имеет несущественных преимуществ, ни недостатков. Вот так, вот такой вот бомж, короче, пофиг, давай, создать игру. Это второй, пожалуй, надену. Сначала выясните, почему у вас болит голова. Бухать меньше надо, блин. Супер клеев, наверное, нюхать поменьше тоже надо. И хлам, давай. Здесь требуется умение грабителей помоек. Ну, все помойки мы еще успеем ограбить. Сегодня мы бомжуем. Сегодня мы бомжуем. Че, братан, похмелиться есть? Ну тут смотрю, все в порядке, синька стоит, сишки. Что-то, наверное, посидели. Сервус. Майснер. Эй, чувак. Я не чувак. Я Майснер. Зовут меня так. Ладно. Майснер. Нашел что-нибудь интересное? Ну да, вон тряпки, доски для хижины пригодятся. Ага, ничего ты тут от вечера отгрохал. К зиме готовишься? Ну да, говорят, она будет суровой. Без хижины верная смерть. Эй, чувак! Майснер, а ты не знаешь, как я сюда попал? Я вообще нифига не помню. Судя по твоему виду, ты нажался где-то в городе, а потом заполз в яму и отрубился. А ты не знаешь, где я мог нажраться? Не в яме точно. Спроси Фургрима. Короче, Петровича спроси, пофиг. Пьянки это по его части. Блин, даже имя вспомнить не могу. Все, пора завязывать. И правильно, кто знает, вдруг ты в следующий раз вообще не сдохнешь. Вдруг ты в следующий раз вообще сдохнешь. Это мысль. Так, чё пьешь? Нормальное бухло? Тебе не дам, я его сам набодяжил. Первосортный жизни дар. Отлично, а как его бодяжить? И не проще взять дешевое бухло в магазине? Не, фиг. Не, нафиг магазин, это божественный напиток почти халявный. Главное знать, где искать. Найдешь недопитые бутылки, приноси мне. Так и быть, открою секрет своего искусства. Он, короче, походу берет все напитки, там хуярит в одну, блин. Там пофиг, пиво, водка, джин. Так, зима близко. Ага, если у тебя нет хижины, ты замерзнешь насмерть. Истинно так, брат. Эй, мастер, можно у тебя немного поживу? Совсем того, нет уж, обойдешься, это мой отель. Иди свой строй. Я что, похож на строителя, я даже не знаю, с чего начать. Слушай, ну зайди к Драксту, у него полно всяких инструментов, может поделиться и строить. Может прямо здесь, рядом со мной, никто не будет против. На яму в этом городе всем плевать, слава богу. На, спасибо. Короче, я так понимаю, бюро находок, надавить, обмен. Давай обмен, ну чё, продавать нечего. Ну, типа, мне вот эти золотые монетки дают такой, да? Это мое, да? Подожди. Это типа, что я у него могу купить, а мне продать ему нечего, да? А, блин, я здоровье пополнил. Ну ладно, если этот хлам не скупаешь. А как тут строить, что тут это делать? Мастер, как там до него добраться? Студии, задания, вот тут мастер, наверное, тут обитает, тут типа за этой ямой. Давай поищем. Я вроде правильно двигаюсь. Не, я типа от этого двигаюсь. Бармен. Где мне тебя искать? Так, это не то. Ладиль. Почему болит голова? Так, я бегу сейчас сюда. Значит, меня куда-то сюда? Ну, типа, вот куда я смотрю? Да, мне вот куда-то туда надо. А если я смогу обойти? Наверное, да, как-то могу.
Сейчас тут найдем этого майсника. Так, вот это вот как основное давай отмечу. Дальше. Наверняка этот майсник тоже какой-то там забулдыга, блин. Под мостами живет. Па-па-пам. А я тут перепрыгну. Я попробую. О, слушай, легко. Так. Еще дальше, наверное, да? Ну слушай. Давай здесь поднимусь. Сейчас найдем этого майсника. Выясним. Здорово, мужик. Проваливай. Дахни. Отвали. Дахни. Сам дахни. Нет, я-то могу дыхнуть, блин, только я бомж, блин. Меня перегаром, скорее всего, несет. Я не думаю, что тебе понравится. Мужик. Мужик свалил. О, хлам. А, так, подожди. Взять. О, хавка нашел. Давай хавку. Окурок. А, блин. Дыра. О, пустая бутылка. Еще бутылка. Че, прокачиваемся. И что у нас сейчас по здоровью? Ну, по здоровью мы не особо просели. Копание в помойках зато прокачали. Так, майснер, ты майснер. Эй, Тариса запрух отплати. Бандито. В чем дело? Ты нищий гонюсь, я даже взять нечего. Пойду искать дальше. Гонесло. Я думал, ты майснер, слышь? Дядька. Можешь на превьюшку пойти? Да остановись ты, блин. Ладно, кто-нибудь другой на превьюшку пойдет. Так. Что у нас тут? Да ничего у нас тут. Так, ну мы где-то прям возле этого майсника уже прёмся. Либо он здесь под низом, снизу, то есть. Так. Давай я, короче, здесь, может, прыгну. Уже... О, леди. Это, короче, моя новая мадам. Привет. На превьюшку пойдешь, да? Может, на превьюшку. Давай, поговорим с тобой. Бишприч. Уходите отсюда. Бишприч. Давай еще немножко в помойке покопаюсь. Давай бычок сюда. Бутылку. Бумага. Это вообще... Вещь нужная. Хлам. Короче, по хаям не роюсь. Опасный компот. Чё за колокола заиграли? Ой, короче, все. Упорылся в помойках. Слушай, ребенок. Курить вредно? Потаскушка. Эй, красавчик. Кошка славится, может и деньги есть. Не обойдусь. И ушла, короче, обиженная. А, майснер. Майснер. Ну ты же тут, блин. Давай зайду. Странный тип. Эй, как делишки? Отлично, сладенькие, а у тебя хм, нормально вроде бы. Ну что ж ты, у такого милого мальчика все должно быть просто замечательно. Угу, точняк, а ты кто? Кошак, держи визитку, детка. Слушай, этот майсник нужно было, не... Этот красивый молодой человек. Да ладно, кошак, пока. Учиться? Чему ты меня можешь научить? Господи. Ладно. Илона. А где майсник, блин? Пойти. Фугрим. Чего говорить? Чус? Это типа он выпить предлагает.
Чувак, ты здесь живешь? Ага, живу, и шо? Да ничего, просто. Ты здесь вообще один, даже соседей нет. Ну я, мои дружки сейчас в городе, и я сижу и слежу за костром. Ага, спальник только один, или вы все в нем помещаетесь? Ну да, чего? Не, чувак, они свое барахло собирают и прячут. У них там очень крутые фантовые спальники, которые нельзя оставлять без присмотра. Да, но ведь за ними присматриваешь ты? Затем. Да спальниками, блин, ты ведь все равно здесь торчишь, разве нет? А, ну да, то есть нет, они мне не настолько доверяют, тем более такие дорогие шмотки, вообще какой-то слишком любопытный. Да ладно, давай, колись, ты ведь этих дружков только что выдумал. На твоем месте я бы свалил, пока они не вернулись. Спокойно, чувак, мне проблемы не нужны. Ну вот, блин, ну да, я тут один доволен. Габодись. Твои шмотки я красить я не собираюсь. Имею в виду, я вооружен. Так, на всякий случай, спасибо, что предупредила. А звать-то тебя как? Ах, Грим. Так, друзья меня зовут, протягивают руку. Как познакомиться, Фурух, это вообще что за имя такое? Ну давай, пофиг, пожму, типа, может доверие побольше будет. Но это еще из-за ролевой тусовки. Ну да, только один вопрос, о чем вообще ты? Ну, в свое время участвовал в ролевых играх еще до того, как оказался на улице. У нас по выходным были тусовки в лесу. Мы там собирались, отыгрывали разные роли и, например, был магом или вором. Ага, классно, весело было, наверное. Ну да, блин, все бы отдал, чтобы туда вернуться. Ну понятно. Эй, ты не знаешь, тут рядом не было никаких пьянок. Вот, сейчас, кстати, может, и узнаю, что там по квесту. Если и были, то меня не позвали, извини, друг, без понятия. А ты не в курсе, кто может знать? Ну, так сразу не скажу, ведь 10 тусовок не любит, то его сразу вычеркиваем, спроси Тика. И где найти этого Тика? В трущобах возле делового квартала, прямо под небоскребом. Окей. Я понял. Все, давай, Грим. Грейся. Ага, тут типа я могу себе тоже построить. Изготовить. Использовать. Ну там в яме я не хочу, наверное. А что у нас тут по карте? Это типа вот вся карта, да? Ну прям в центре, наверное, мне не дадут построиться где-то. Ну тут такое нормальное, в принципе, местечко. Да? Ну думаю, да. Так, подожди, какое строительство, блин? Тут не строительство надо, блин, тут это... Задание нужно, блин, делать. Почему болит голова? Попросите узнать у Тика о пьянках, которые недавно были в этом районе. Ну, Тик он там, он сказал, там в центре города, типа, обитает. Отпереть... Типа, элитный мусор там. А здесь как в Скайриме, да? Дальше. Чуть выше. Чуть ниже. Блять, сломал, походу, да? Так, а он ниже не хочет, слышь? Чуть-чуть выше. Давай на писечку вот так вот. Чуть-чуть выше. Да что ж ты, блин, не хочешь-то? Чуть ниже. Вот ты зараза, а? Ну это вот, максимум, что я могу пустить. Он не хочет. Чуть-чуть выше, смотри, такой. Оба, на градус буквально, не хочет. Еще чуть выше. Зика, а что если? Так. Вот так, вот, отлично. Я, короче, мышку такую, хуяк-хуяк, вверх-вниз, а тут, короче, влево-вправо ее надо. Слушай, ну тут же должен быть элитный мусор. Давай просто все осмотрим, блин, пофиг что там. Отмычка. О, 4 штуки. Белые овощи. Любопытная находка. Надо выкопать, рассмотреть как следует. Остановить стрелку, да? Блин. Давай еще раз. Блин, наш почти попал. Давай еще раз.
Да. Давай, последняя попытка. Да что ж ты, ладно, давай еще одну. Просто реально интересно, что там. Сука, ебучий бегунок. Это, блин, сложно. Давай. Давай еще раз. Еще раз. Я зашел во вкус. Ром. Нормально. Ну давай еще раз пробуем. Если опять какой-нибудь... Блин. Ром попадется, то будет топчик. Давай. Дохлая птица. Ну заебись. Блин, надо было мусор обойти. Я на него опять наступил. Влажные салфетки. Пойдет. Ну оно сейчас тут. Блин. Дыра, что это, что за дыра? Дыра в одежде или что? Да. Так, ну здесь хотя бы три полоски было. Бинт. Пойдет. Хлеб. Бутылки. Все. Погрелись, помойте, прокачались. А, па-па-па-па-па-па. Нам куда туда, да? И в центр. А что у нас инвентаря есть? Может, подлечиться надо как-то это? Что даешь? Настроение плюс 2. А, кстати, а что у нас там? Что это за параметры тут? Что это? Резный хлам, домашний бар. Здоровье, энергия, сытость, настроение. Ну, давайте настроение плюс 2 дадим. А, вот, вижу. Вот оно, короче, видите, настроение. Все, настроение заимели. Два бычка там курнули, блин. Здорово, мужик. Сигарета есть? Не, не хочу, опять мусор тягаться. Красавица. Придешь такой? За попу такой. Опа! А-а! Не дается. Ну чё, бомжи чё? Как бомжи еще поступают? Вот именно так и поступают. Та-там-там. Та-та-там-там-там. Тен-та-ден. Чё, мужик? Как оно? Как стоится, курица? Мужик, я ж бомж, блин, что ты от меня хочешь? В чем дело? Пуф пронесло. Все, давай, отстань. Хотя, может быть, будем уровнем повыше, может, и будет докапываться. Нам тогда какое-нибудь оружие надо будет раздобыть, да? Так, нам сюда же. О, мужик, ты есть тут? Знаменитый чувак, которого я ищу. Тик, да. Привет, дружище. Привет. Классно у тебя берлога. Она знавала и лучшие времена, но скоро тут и все будет совсем по-другому. Как так вышло, что ты до сих пор не знакомы? Хороший вопрос. Меня зовут Тик. Дергается. Рад познакомиться, Тик. Поторгуем? Почему нет? Я по жизни торгаш. Кстати, у меня даже есть собственный ларек с одеждой. Да вы что? Ну, кстати, он на бомжа так не похож. Эй, Тик, ты не в курсе, что тут рядом недавно пьянки были? А, понятия не имею. Ты мастера спрашивал, это старик вообще не знает. Ладно, попробую его спросить. Он правда все знает? Ага, понятия не имею. Откуда? Волшебник он, что ли? Кто знает? А где найти этого мастера? Под виадуком во дворе старой винокурни. У него там фургон. Окей, понял.
Болтаем. Обмен. Давай обмен. Что тебе продать? Дырявая рубашка. Это вот моя одежда, да? Интимных мест. Короче, да, это вот моя одежда, походу, вонючая. Вот это вот. То на мне сейчас одета. Я понял. Я понял. Ну давай пошли дальше, что тут? Не против? Не, наверное, против. Ладно. Тут еще бомж живет. Еще какие-то бомжи. Ну я не знаю, тут с каждым бомжом идти болтать. Ну пойдем куда послали. Туда, короче, мне куда-то надо, да? Короче, пока разбираемся. Чехия. Мы в Чехии? Мы чешские бомжи? Короче, пока разбираемся, почему у нас голова болит, да? Потом будет строительство. Потом будет строительство. Так, смотрим по сторонам. Никто вроде не едет. Полиция. Что, наверное, бомжов тут не сдавать. Так. Мне кажется, мне следующий поворот. Я не там свернул. Красотка. Нахне. Мужик? Не, что, может, он милостыню не даст? Может, он захочет с нами поговорить? Так. Никто не едет, никто не проезжает. Всегда, когда переходишь улицу, смотри по сторонам, понял? Ну не дай бог. Мужик? На. Ну чё, фу, дай прикурить, слышишь, мужик? Показал такой два пальца, показалось, как будто бы один показал. Так. Ну и где ты? Пайор. Подожди, мне с ним там поговорить надо. Ну, Тих ничего не знает о недавних пьянках. Он посоветовал вам спросить мастера, который якобы знает все. Тут никаких мастеров я не вижу. Вот тут, наверное, мастер живет. Мастер. Здорово. Давай. Здорово, мастер. Привет, как дела? Ну, привет, нахал. Нахал? Ой, знаешь, с кем говоришь? Ну, наверное, нет. Вроде бы не знакомы, так что... Молчать, жалкий червь, я мастер. Еще недавно я был единственным, кто просвещал таких ничтожеств, как ты. Не открыты все тайны улиц, никто не сравнится со мной, я мастер. Эй, как же мы, жалкие ничтожицы, теперь обходимся без тебя? Обрела завершенность. Игра Хобот Тох Лайф обрела завершенность. На улицах появились другие люди, готовы учить. Я больше не нужен, но я по-прежнему мастер. Ой, не обижайтесь, мастер, я не хотел, правда. Истинно так, жалкий червь, если тебя одолеет жажда знания, не нарушай мой покой. Иди себе другого учителя. Хорошо, кажется, я понял, шепотом. Придурок. Что ты сказал? Я сказал, что я понял. Ничего так, фугончик, вижу, ты неплохо подготовился к зиме. Так, мастер говорят, ты все знаешь. Кто говорит? Тик? Ух ты, ладно, у меня вопрос. Спрашивай, только быстро. Недавно я очнулся на помойке, голова болит дико и ничего не помню. Может, ты знаешь, что поблизости недавно были какие-нибудь пьянки? Может, и знаю, но точно не помню. Впрочем, моей памяти могло бы помочь свежее бочковое пиво. Братан, слушай, у меня там есть кое-что получше. А у тебя его нет? Принеси мне пиво, и я тебе все расскажу. Дошло, тормоз. Ладно, ладно, угомонись. Ну, судя по всему, он у нас любитель исключительно пива. Давай, погрузь, тут в помойке. Может, тут какой-то пивас найду.
О, сразу. Странная ткань. И чё, он его зажал? И так, типа, он ходит. Ира, типа, убирает настроение. А, ебать, это мы его хранилище обносим. Это вот его хранилище, наверное. Ты ж, мужик, ты ж ничего не видел? Ну, отвали на свою жалкую работу. А я бомж, я свободен. Давай еще раз. Все, давай пройдем, пока никто не видит. Я надеюсь, что никто не видит. И давай вот это ходу. Ну да, это кража, по сути. Типа мы качаем кражу. Металлолом. Ну что, нам надо пивас, короче, искать. Блин. Давай еще раз. Блин. Ну тут так-то вообще не просто попасть, я тебе скажу. Блин. Блин. Давай еще раз. И раз. И два. Блин. Давай еще раз. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. Ладно, плюшевый мишка. Давай. Старые тряпки. Джин. Вот, блядь, сдался ему тут пивас, а? Давай, это гвозди. Веревка. Ну, все пойдет, короче, на это, на строительство убежища. Кстати, мне что-то кажется, что... Копание помойка. Ты-та-да-дым. Так. Убери, короче, надпись эту. Давай еще раз. И раз. Уе, да, ты в ролике. Как жизнь? Ты в ролике. Братан, братан. Я тебя поздравляю. Поздравляю. Ты действительно. На ролике. Я тебе даже так привет передаю. А, но давай чуть попозже. Все, давай. Это надо, короче, взламывать. Взлом помойки называется. И опа. Отвлек меня. С тебя, короче, лайк за это. Обязательно. Блин. Раз и раз, два. Раз, два, три и четыре. Четыре, да, четыре, четыре. И раз, и два. И это было не в счет. И раз. И раз, и два. Давай, сядь поудобнее, короче. Вот так. И раз. И два. Да. И раз. И два. И три. И пивас. Чайник сломанный. Вы придумали новый чертеж. Я изобретатель. Ага, все. Так, закрыть. Ну, пивас. У-у-у, да я тут по помойкам до темнота лазил. Блин, а где мне пивас раздобыть? Ну тоже, скорее всего, мусор где-то где-то. Если там вискари всякие лежат. Ну че, грабитель помоек. Подожди, а может мне тут как-то можно прокачаться? Вроде инвентарь. Кач. Энергия, сытость, настроение. Давайте там прибавлю немножко. Так. Общение. Прокачивать тут.
только, наверное, это делать, и тогда он может прокачается, да? Ну да, только так. Ладно, у нас тут, смотри, уже темнеет. Покопаемся в свежих новых помоечках уже в новой серии. Так что, всем спасибо, что смотрели. Подписываемся, все. Всем пока.